Монтана. Страна холмов и гор. Штат сокровищ. У Монтаны много названий. Для меня это дом. Мой родной край. Родной и безумно красивый. Потому здесь легко не заметить человеческую подлость. Поймите, никто не воспринял их всерьез. Они другие. Фанатики. Секта. Натуральная секта, блин. Коллапс близок, дети мои. Сперва они купили все наши фермы. Потом радиостанцию. А напоследок прибрали к рукам сраную полицию. Они создали теократию. Прямо здесь. У нас под носом. Власти нас не спасут. Никто не спасет. Вообще никто. Требуют, чтобы мы спасли эти заблудшие души, хотят они того или нет. Все отказываются верить в то, что это секта. Люди напуганы. Одни захотят навредить нам. Другие — разрушить все, что мы с вами создали. А третьи — предать нас. Мы не знаем, на что он способен. Кто? Их лидер. Иосиф Сид. Для них он отец. Лишь глупцы не помогают проекту. Они не верят. Они слепы. Нет. Но они прозреют.
Тихо, Маршал. Давай лучше сделаем по-моему. Без шума. Спокойно. Ясно? Ясно. Хадсон, двери. Прикрой нас. Сюда никто не должен войти. А ты? Со мной. И да. Ну, не наделай там глупостей. Остыньте, шериф. Про вас скоро в газетах напишут. Все хорошо. Что-то случится. Вы чувствуете, да? Что мы приближаемся к краю пропасти. Что грядет час расплаты. Вот зачем нужен проект. Мы знаем, что случится дальше. Они придут. Чтобы забрать все. Забрать оружие. Забрать свободу. Даже веру. Но мы им не позволим. Шериф, еще рано. Не позволим их жадности, их безнравственности, их порочности одержать верх. Шериф, мы больше не будем страдать. Все, Курахер. Иосиф Сид, у меня ордер на ваш арест. По обвинению в похищении с умыслом на причинение вреда. Живо выйдите вперед и держите руки перед собой. Нет. Вот они. Саранча в нашем саду. Они пришли за мной. Пришли, чтобы забрать меня у вас. Чтобы разрушить все, что мы строим. Спокойно. Оружие сейчас ни к чему. Вы... Так, всем стоять. Пушки на землю. Всем стоять. Пушки на землю. Успокоились. Мы ждали этого момента. И мы подготовились. Все. Все. Бог не позволит им забрать меня. Я видел, что Агнец снял первую печать и услышал громовой голос одного из четырех животных. Иди и смотри. Выйди вперед. Я взглянул. И вот. Конь бледный. Ад следовал за ним. Салага, давай в наручники его. Бог защитит меня. Иногда лучше оставить все как есть. Все, уходим. Ты чего удумал? Вы что творите? Вы что нахрен творите? Шериф, вернитесь! Заткнись и слушай! Наденешь на него наручники. И нам всем конец, ясно? Я вас всех арестую! Ну, с Богом!